примерно 8 часов утра мы находимся в Краснодарском крае. Вот остановились позавтракать. И вот интересно, урагана привязали, он вообще нормально ведет. Но только заметьте, что поднимаем руки, вот покажи на него теперь. Он сразу начинает лаять. Как включается. И камера, когда снимает, он не любит, что почему-то снимает. Вот сейчас смотри. Все. Едем мы в Ставрополь. Если Господь благословит, уже размещено. Эта неделя будет. Следующая, если Господь благословит, на Краснодар. Тут у нас знакомые есть, могут людей собрать. Но получилось так, что он в командировке все время, Марьясов Александр Сергеевич. Отправились они в дальние районы, как он говорит, Краснодарского края, с благотворительной миссией престарелым людям, больных глазами. Вот такая еще приставка. Ну, у нас здесь все нормально. Вчера еще вечером побеседовали, сходили. Это Суров Павел Николаевич. Там родственники какие-то немножко даже относятся. Ну, а сейчас на завтрак. Старается всем снабдить. У нас мы ни в чем не имеем нужды. Благословен Господь. Сегодня впервые я выйдел на надписи и ехали 600 километров до Грозного. Значит, это не закрытая зона какая-то. Если будет благословение Господне, из Азербайджана мы должны пройти побережьем Каспийского моря, там большие города, и там уже как Господь благословит пройти. Во славу Божию. Молимся за стол.